Вот цап-цап-цап, девочки, мальчики. Вчера странным образом игрулька не дописалась, поэтому сегодня мы продолжаем играть в Plants vs. Zombie. Да, вы находитесь на канале Let's Play Old School. И мы продолжаем защищать свои ценнейшие мозги от нападок зомби, да? Потому что мозги — это хорошо, а зомби — это плохо. Так, что нам надо? Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Так, отлично, сделаем вот так. Да, двойной, обязательно двойной. Это хорошо. Так, мозги хорошо, зомби плохо. Усвоим простейшую арифметику, да? Как бы сказал солист группы Metallica Джеймс Хэтфилд. Brains good! Yeah! Вот что-то типа того, да. Он же такой нормальный чувачок. Так, прошу прощения. Так, не-не-не, вот так я не буду делать. Давайте, наверное, сделаем по-хитрому, да? Так, у нас же здесь будут... А, нет, вы же не видели. Да, я вчера играл, а запись-то до конца не была. Здесь у нас появился новый вид зомби, давайте посмотрим. Я вам покажу быстренько. Это... Диггер-зомби, шахтер. Майнкрафтер, блин. Так, они прокапывают под землей и выскакивают где-то в начале, по-моему, да? В общем, беда, надо будет так поставить вот эти вот двойные горохострелы, поэтому я взял сплит. Сплит, видите, сплит? Сплит пи. Сдвоенный горохострел, в общем, да. Так. Ну, видимо, сюда поставлю пока. Грибок я не брал, потому что мы купили возможность двойного подсолнуха Twin Sunflower, да. Поэтому будем... будем садить сверху на наши подсолнухи, то есть наращивать, и будет... О, подарочек от зомби вывалился, ничего себе. Puzzle Mode Unlocked. Отлично, новый режим разблокирован для нас. Так, я думаю, наверное, надо вентилятор поставить, потому что что-то беда какая-то, да? Худоватенько, больно я смотрю. Так, здесь сделаем двойной такой слой. Так, вот это я вовремя, конечно, сделал, смотрите, да? Гениально! Так, сейчас он где-то вылезет. Где-то он вылезет сейчас, этот подлец. Обалдеть, он еще и... А-а-а! Все. Да-да-да, начинаю вспоминать. То есть он вылазит в самом-самом-самом начале. Эх ты, ублюдская кегля, ты зачем трескал мой этот подсолнух? Не надо этого делать. Так, что еще? Пока ничего, думаю. Так, вот так и вот так. Двойную защиту делаем. Это прекрасно. Прелестно, это прелестно. Да, попугай Кеша, кто смотрел, ставьте лайк. Так, солнышка не хватает. Надо накопить 150 солнечной энергии, чтобы заполучить двойные подсолнухи. Наращивать будем, наращивать. Выращивать. Так, скоро будет большая волна зомби, да? Окей. Так. Не надо вот этого делать, пожалуйста, не надо. Так, еще один подсолнышек. Сколько он стоит? Соточку, блин, я уже два штучки просандалил, да? Ну ладно. Надеюсь, не страшно. Так, это сюда поставим на всякий случай. Пусть будет, да? Brains good! Так. Zombie is bad! Да. Так, мозги хорошо, зомби плохо. Ну где, дайте мне. 125 стоит, да? Угу. Так, окей. 125 стоит. Так, я вот не знаю, как лучше поступить. Потому что я чувствую, сейчас мы зафейлимся здесь, нет? Хотя... А давайте сделаем вот так. Вот как раз вовремя я поставлю эту штучку. Давай. Шибай его, давай. Почти. Давай. Не надо съедать. Бушующий дяденька. Танке бушующий. Не надо так делать, тихо. Тихонечко. Так, надеюсь, все получится. Надеюсь, мы этот матч выиграем. Матч. Все, отлично, все у нас получилось. Что нам дают дальше? Звезда морская, да? Или какая-то звезда? Что-то непонятно. Сейчас узнаем. Стреляет звездочками в 5 направлениях. Вот это вот классно. Хорошая, отличная возможность будет. Так, что у нас есть? Шкатулочник, шахтер.
На воздушных шарах я не вижу. Обязательно возьмем вот это вот. Возьмем это, возьмем... Так, фонарь возьмем, потому что фонарь будет лучше, чем ничего. Горохострельчик. Что еще? Так, что же взять? А, водяной. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Мои подружки, пиявки и лягушки. Нет. Так, что-то я, да. Так, ладно, окей. Все нормально. Так, фонарик. Фонарик стоит, значит, 25 энергии. Но нам не до этого, мы сейчас будем сажать халявные грибочки наши и ждать, когда мы сможем заполучить звездочку. Звездочка это good, да. Звездочка это good. Они вас берегут. Good. Так. Заранее, думаю, можно будет сделать по-хитрому вот так, да? Хотя, что-то... Ну ладно, неправильно поставил, ну ладно. Если что, уберем. Никогда не поздно убрать. Так, главное сейчас подсолнышко побольше поставить. Так, это у нас левел 4-7. Игра Plants vs. Plants vs. Zombie, кто не знает. Или кто еще не понял. Так. И вы находитесь на канале олдскульных игр Let's Play Old School Games. И я с вами... Дядя Женя. Так. Ну что? Халявные грибочки пока есть, подсолнышек появился. Блин. Чё-то я сегодня тороплюсь как-то. Не знаю, играть хочется, очень хочется. Очень хочется играть. Так, ладно. Рейнс. Ну, нормально. Смотрите, в принципе, получается симметрично. Я думаю, это будет нормально. Ну, тут неправильно. Так. Так, подсолнух, давай... А, пока ты не разродился, я сделаю вот так. Так, что мы сделаем? Наверное, сделаем вот так когда. Угу. Ну, быстрее, солнышко, ну что ж ты как... Давай мне энергию. Давай, дай, пожалуйста, энергии, солнышко. Солнышко мое, дай, пожалуйста, энергию. От молодец. Так, у нас до первой волны остается совсем чуть-чуть. Я думаю, мы справимся. Все-таки у нас все в порядочке. Так. Ой, конусоголовый, ну что ж такое-то, откуда ты взялся только? Вот подлец. Так, сейчас он стрескает всю мою эту. Он сейчас все стрескает, смотрите. Или нет? Может, я надеюсь, у него не получится. Давайте мои халявные грибочки. Отлично. Обязательно сюда поставим. Возместим ущерб. Так, ну что же, где? Дайте подсолнух. Солнышко, давай быстрее. Пожалуйста. Отлично. Так, заполучили. Здесь ставим вот так. Да, наверное, будет правильно. Но что-то беда, если честно. Так, еще один сюда поставим. Водяной наш грибок. Так. Что мы имеем здесь? Пока ничего хорошего мы не имеем, но я думаю, все получится. Так, вот так сделаем. Нам нужно как можно больше подсолнышков. В данный момент. Давай, не надо доедать, не надо. Отлично. Получилось. Так, вот теперь перед первой, нужно обязательно поставить вот эти вот сплит-пи. Двойной сдвоенный горохострель. Стрель, я твой горохострель. Отлично. Так, 125 требуется, да? Угу. Понял. Это пока уберем, пока надписи нет. Надо было взять, наверное, лучше место фонарика. Вместо фонарика надо было взять, наверное, вентилятор. Вот этот вот клевер, да, счастливый. Было бы гораздо интереснее и лучше, я думаю. Так, ну ладно, ничего страшного, сейчас разберемся. Так, сюда поставим вот это. Собирай. Собирай. Как ворон с Армагеддон, да? Собирай. Так. Ну же. Так, здесь тройной поставлю на всякий случай, да? Пусть будет, я думаю. Так, здесь мы ставим. А давайте попробуем звездочку. Так,
Звездочку сюда поставим. Посмотрим просто, что и как. Ну. Ну. Давай. Нет, что ли? Спит звезда, спит. Не хочет наша звездочка никак реагировать на нас. Ну ладно, это не беда. Сейчас мы разберемся. Так, главное сделать вот так вот, защитить наши подсолнухи и все прочее. А вот, вот, начала стрелять, смотрите-ка. Замечательно, просто обалдеть. Воу-в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 оу. А вот это вот уже беда. Вот это уже беда, ребята. Блин. Стреляй, 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 стреляй. Давай, звезда, звезда, ты молодец, ты сможешь все. Давай еще немножко. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, сейчас он трескает мою этот, мою звездочку. Не трогай звезду, верхом на звезде. Так, отлично. Халявный грибок. Водяной грибок халявный. Вообще звезды, я смотрю, рулят просто, да, разруливают потихонечку. Так, это замечательно. То, что мне и надо было. Не надо вот этого делать. Потопись. Эй, потопись. Потопись-ка, потопись-ка. Так, ладно. Потопись. Отлично, здесь у нас все получается пока. Фонарик, я думаю, сюда поставим, с краешку. Вовремя поставил, отлично. Так, две звездочки у нас есть. Звездочки реагируют, я так понял, на то, если когда полные ряды забиты зомби. Вот тогда... Да, видимо, так оно и есть, да? Ну ладно, это нам на руку, в принципе. Так, здесь я буду готов поставить подсолнух, потому что он сейчас его захавает быстренько. Не надо вот этого делать. Давай, звездочка, звездочка, давай, миленькая. Смотрите, как он быстро поглощает, а? Не, вообще звезда отличная вещь. Я буду, думаю, всегда ее брать вместо вот этих вот двойных с двойных горохострелов. Лучше брать звездочку, потому что она будет гораздо эффективнее, да? Я думаю, вы согласны со мной. Так. Смотрите, как замечательно, да? Двойной урон. И отсюда звездочка стреляет. И мои бесплатные споры грибы стреляют. И вообще это все замечательно. Оу. Слопал, да? Ну-ну. Окей. Окей. Так, звезда, давай. Отлично. Отстреливает. Отстреливайте, отстреливайте. Дайте там мерзавцев этих, а? А ты, гребаный мерзавец. Что ты, что же ты наделал? Как ты посмел напасть на мои растения? Они защищают мои гидиальные боски. Поэтому уходи отсюда, чертов ублюдок. Так, ладно. Па-п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 а. Отлично, у нас, я смотрю, прогресс. Прогресс. Ладно. Я думаю, здесь тоже звездочку надо поставить и дождаться того момента, когда будет... Так. Дождаться того момента, когда у нас накопится на... А, хотя вот же, что я говорю-то. Вот уже все готово. Все гениально и просто. Так, сюда ставим тоже. Идут весельчаки, я смотрю, да? Но это не беда, я думаю. У нас сейчас все должно получиться. На. Че, нет, что ли? Воу-в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 оу! А, все, отвинтили ему голову. Отвинтейшн сделали ему, да? Это замечательно. Так, сюда поставим. Так. Срочно нужно фонарик поставить, чтобы осветить. Потому что ничего не видно в этом густом тумане. Сиреневый туман. Туман сиреневый. Так, ладно, здесь поставим так. Пока есть возможность, будем делать так. А вот когда возможности не будет, вот это уже другое дело. Так, здесь тоже сделаем по-хитрому, я думаю, да? Угу. Отлично, получается. На, кушай пока. Кушай, мой хороший, сейчас тебя быстренько завалят и... все беды просто уйдут в сторону. Так что не беспокойся, все будет хорошо у тебя. Так. Смотрите, как быстро он поглощает. А вот этот вот шахтер, он медленный, но... Я смотрю, наяривает от души, как говорится, да? Скушайте его. Все, отлично, нам надо ли тыковку. Тыковка, pumpkin. We got a pumpkin bonus.
protects plants that are within its shells. Короче, внутри, если будет находиться что-то, то будет обалденная защита для этой вещи. Ну, давайте посмотрим. Ага, новые виды зомби, смотрите, да, появились? Прыгающий бабай. Так, ну что, бабай, для тебя, наверное, предусмотрен орешек, я думаю. Орешек, орешек. Дай-ка расколоться. Так, нам нужна звезда. Вместо горохострела я буду покупать, наверное, просто звезды, да? Звезды в шоке. Так, что еще нам понадобится, может? Я думаю, понадобится нам вот эта вот сдувалка. А, нет, ни в коем случае. Так, что у нас есть? Подсолнух я не то взял, что-то вот это вот неправильно. Так, подсолнух. Сдувалка. Так, бесплатно. Так. Наверное, лучше возьмем сдувалку все-таки, да? Она будет эффективнее работать. Хотя... Так, как же лучше сделать? Я что-то вот немножечко... Надо еще один слот купить. Что-то не справляемся мы так вот таким темпом, да? С такой амуницией мы что-то как-то слабоватенько с вами, да? Ну ладно, сейчас все сделаем. Так, бесплатные грибы. Бесплатные грибы, блин. Не, вообще замечательно. Бесплатные грибы просто замечательная вещь. Невероятные. Incredible. Да, у нас тут краткий курс английского языка еще плюс, да, играем и познаем. Ну, в принципе, будет полезно, я думаю. Играем и учимся, дети мои. Да. Что может быть лучше и проще, чем наслаждаться любимой игрой и изучать английский язык? Угу. Ага. Вот тебе и ага. Ага-га. Так. Пока что у нас только один подсолнух нищий, который еле-еле с горе пополам приносит нам по 25 энергии солнца. Звезда по имени Солнце. Так, ладно. Песни в сторону пока. Ответственный важный момент. Уровень 4-8. Скоро перейдем на пятый уровень. А пока наоборот, только зомби. У нас тут не везет. Пада-пада-пам. Так, ладно. Все это замечательно, но мы ждем подсолнышек. Так, ладно, это бесплатное. Brains. Так, это мне сейчас не надо. Мне надо то, что накопить на тыковку, на пампкин. Пампкин. Тыква. Тыква. Пампкин. Ладно. Так, зомби у нас свалился. Еще один подсолнух. Все, наконец-то. Наконец-то. Что мы ждем? А, мы ждем энергию солнечную. Так, хорошо. В принципе, у нас все есть, кроме. Так, обязательно нужно поставить подсолнухи. Подсолнухам нужно поставить тыковки, я думаю, да? Или же нет? Как-то вот. Ну ладно. Ну, сейчас разберемся, думаю. Так, сдули. Отлично. Срочно нужно звездочки уже искать. То есть на звездочки копить энергию обязательно. 125 стоит, да? Starfruit. Звездный фрукт. Звездный. Блин. Не-не-не-не-не. Бабай. Черт побери, а. Черт побери. Все понял. Так, он просто отскакивает, я так понял, да? Шикарно причем. Ну, все понятно, бабай. Все с вами понятно. Тут что-то беда какая-то. Ой, смотрите, прокараулил, а вот это дядя дал жару, а? Вызывая пожарных. Блин, вот это, конечно, ужас просто, что получилось. Надеюсь, все получится. Давай. Ну же. Немножко сдуваем поляный гриб. Так, пока справляемся, но чувствую, надо что-то менять, что-то делать. Ну ладно, что уж там. Так сделаем. По-хитрому сделаем, да? Угу. Ой, солнышки, как же вы долго работаете, а? Солнышки мои, солнышки. Так, подсолнух я, наверное, сюда лучше поставлю, потому что здесь у нас, если что, будет защищать наша звезда, то есть наш, говорю.
и сюда, наверное, тоже поставлю вот таким макаром, да? Думаю, будет нормально. Окей. Что дальше? Что мы делаем дальше? Так, вот это, конечно, замечательно, но... А, все, понял. Так, вот так. Вот так. Так, отлично. Энергии есть, солнечные, да, в достатке, я думаю, пока что будет. Раз, два, три, шесть подсолнухов. Сдуваем всю бодягу лишнюю. Бодягу, блин. Не надо вот этого делать. Стреляй, мой хороший, стреляй. Так, снова бабай прыгает, вот это вот опасно. Зачем я брал вот эту тыкву, непонятно. Вообще не нужна она в этом уровне, я так понял. Чи-ч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 и. Отлично. Фу, я уже испугался. Блин, вот это было, конечно, напряжно очень, да? Фу, обалдеть. Вот это драйв сейчас был, а? О, май-май-май, блин, как говорится, да? Так, тихо. Зомби, не надо вот этого делать. Все нормально. Отлично, все у нас получилось. Снова мы получаем бонус. И что это у нас на этот раз? Магнит. Магнит. Removes helmets and other metal objects from zombies. Окей. Убирает все шлемы и металлические объекты с зомби. Очень хорошая вещь против ведроголовых и прочих зомби, у которых есть шлем кое-какой, да? Отлично. Отлично. Ну что, ребят, на этом я вот эту серию заканчиваю, и мы с вами обязательно продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр этой замечательной игрушки. Играйте только в самые интересные игры, скачивайте, перепроходите. Всем спасибо, всем до встречи.